Смотрите, рыбачки, там сова. Смотрите, филин. Рыбачки, сейчас попробуем сову поймать в кастинговую сеть, погладить ее и отпустить. Контент пошел. Ой, блядь, не понял. Бачки. Она нас не видит, но слышит. Смотрите, как она в другую точку смотрит. Пока. Смешная такая, да? Я в шоке. Она не поймет, что это. Она из-за подобакивается, пока она не слышит. Она здоровая. Она здоровая. Саня, она здоровая. Шашлык будет вкусный. Красивые вы поймали. Сейчас мы ее отпустим, мы ее аккуратно погладим. Какая красивая сова, она нас не видела. Здесь шум честных, она нас не слышала. И получилось ее не спугнуть и подойти к ней. Так вот, чтобы не убежала. Круто, да? Просто защищаемся немножко. О, какая ты клёвая. Тихо, ко мне не подходи, только на мне сейчас. Не, она не просто с ней поиграем. Чуть-чуть. Какой ты хороший. Можно тоже подругу? Конечно. На, гладь её. Тихо такое. Гладь её, она тебя не видит. Сними лапы. На превью поставите. О, вообще миллионов просмотров будет реально. Легкая такая вообще. Красавица. О, это она так щелкает клювом. Пошли туда к водопаду. Нет, она тебя не клюет, ты че боишься? Так, только без мата. Вот рыбачки, из-за шума водопада она нас не слышала, и мы к ней подобрались. Водопадский. Какой водопад? Все, отпускаем? Не знаю. На всякий случай еще на свой телефон поснимай, там что-то получилось. Давай, давай. Смотрите, рыбаки. Какие крылья, а? О, смотри, как голова вертит, смотри. Да-да-да, капец, да? Беги, сову. Не падай. Она не видит, рыбачки, она просто днем не видит. Она спит здесь. У нас совы прям в городе летают. Вон она, все, побежала. Да. Если поймаем рыбку, то мы ее угостим. Да-да-да. Эх, скоро мы будем на мотоциклах ездить, вот это да, ловить сов. Да, Сань? Еще к Саньку тёлка из Южного приедет. Все, мы поймали сову, она там спит, а мы... Теперь ловим Санька. Санёк, не па***. Сань, главное говно не поймать. Это всё-таки ата честных. Чё, поймал?
Рыбальских шансов поймать сегодня мало, но мы хотя бы поймали сову, потому что ближе к осени рыба отсюда уходит, здесь мелеет, и слишком теплая вода становится. Подалка приблизить нельзя, да? Итак, рыбачки, смотрите, а это охотничье место. Ситка. Здесь прилетают утки, на теплую воду садятся. Обычно по 50, по 100 уток. И охотники здесь выжидают и стреляют. Вот так вот. А мы идем кидать кастинговую сеть дальше. Я сяду на жопу. Это Санек в натуре. Мне кажется, тут какое-то говно, тут не будет рыбы плавать. Почему мы с тобой как не пойдем, всегда рыба нет, зато сова есть. Я помню, как Саня возле дома пытался ловить сеть. Сеть уловился. Он потом взял меня на мотоцикле и поймал. Да, Сань? Вон кинь он туда, вон в лед. Что это такое было? Так, рыбачки, пришли мы на другое место. Сейчас будем пробовать с косынки. Сову мы уже отпустили. Нафоткали. Вот. Сидит она там в лесу. Спит перед ночной охотой. Может быть, на косынку я все-таки поймаем рыбы. Но не знаю. Сегодня у нас скорее так. Вылазка. Вылазка. Полов лесов. Нежели сломалась удочка. Ладно, пойдет. Опа, папа. Как мелко стало, а? Вот так. И теперь подождем немного. Если ничего не поймаем, то идем домой. Ты меня... Что еще подождем? Вот эту листву. Да. О, смотри, что я нашел. Виброхвост. Давай его подождем. Я буду на него ловить сама. Тихо, погоди. Да не надо его поджигать. Мы будем на него рыбачить. Не берет твоя арена. Ну что это такое? До сих пор горит. Так, проверяем косынку. Если ничего нет, то можно собираться. Так, рыбачки, ничего мы сегодня не поймали, кроме совы. Сматываем, проверяем косынку и идем, можно идти домой. Жарить сосисок, ловить сов. Вот мы и достали косынку. Классика. Походу, Кирилл сегодня что-то еще точно подожжет, да? Да? Что не нужно. А хуй, я что тебя снимать, косынку твою? А, она все снимает. А, да? Да. Я не знаю, как у меня. Все, рыба. О, еще рыба была. Нет, показалось, что слизь от рыбы осталась. Ну все, рыбаки, всем спасибо за просмотр. Такая вот рыбалка зимняя на кастинговую сеть, на сову, на косынку. На сосиски будет. Без рыбы, но зато нафотографировались с совой довольны. Всем спасибо за просмотр, рыбачки. Пока. Всем пока.